Вот смотрите, пришли мы на базу, и что тут? Все разгромлено, видите, весь мой инструмент пропал. Куча ящиков было с инструментом, понимаешь? Ящиков было с инструментом куча, то есть гвозди, шурупы, ну все как бы это для строительства. Вот осталась моя кастрюлька несчастная. Ну мы ее заберем сегодня тогда. Вот крем для ногтей остался. Вот эту теперь протри. Все насрано, засвинячено, вывернуто. Банки. Сорвали зачем-то тент, все банки пооткрывали. Уроды полные. Где? Да, это их водку выжрали. И насрали, ушли с полной счастливой этой самой, как говорится. Представляете, вот какой у нас... И эта страна, она кому-то что-то диктует, как жить, навяливает за патриотизм, когда сперли, видите, солнечную батарею сперли, прямо аж не это. Интересно, картошку-то выкопали, нет? Вот что значит, не был я давно тут. Ну, как говорится, после этого сложно что-то о нашей цивилизации хорошего добавить. У меня вот сын охренел просто от всего увиденного. Я вот сейчас тут не успели украсть сапоги, шматье, ну, видно, размер не подошел этим уродам. Вот, видите, смотали тент, сняли, хотя он висел шикарно, электричество. Уперли кроссовок, зачем-то уперли. А, тут у меня еще чуть-чуть дровишек сухих. Главное, зачем было выворачивать, ну, не ваша же. Зачем-то вывернули. Веревку вот просто срезали, видите, вот веревка для гамака. Вот такие ублюдки у нас в тайге. Вроде тайга, да, вроде никого нет. Но это в добавление к сюжету об ублюдках. Тут бензин стоял, это все. Немного, ну, масло цепное. Ну, короче, конкретно. Урона рублей так на 50 нанесли. Я бы таких стрелял без разговоров просто. Но, увы. Нету у меня стрелялки. Ладно, хоть на месте эти. Тоже, наверное, еще носили. Не, вот, собственно, я пришел показать сыну, как мы. Ну, в надежде, что все классно, хорошо. И в итоге показал всю правду жизни, так сказать. Урок жизни. Ну и сын мой выдал резюме, короче. Не буду говорить, какое. Ну, в общем, правильно, у нас растет поколение. Ну, а уроды, я думаю, уже понесут, как говорится, свою карму. Видите, все вывернули. Зачем, спрашивается? Вот придет человек голодный-холодный, ему завернуться не во что. Спрятаться некуда. Линолеум зачем-то тоже, он туда, он захерачил. Вот, тряпочка, вот ей можно протирать. Не, я специально туда кинул. Да, это вот здесь мусорная куча была. Воду всю вылили. Видишь, ошибся я с этой, с приметой. Но они тупые, они даже это не увидели. Видно, зашли сбоку откуда-то или с реки даже. Ладно. Грустно, ребята. Ну ничего, надо уметь достойно, как говорится, встречать. Ну, может, поэтому не надо снимать сюжеты, да. Но, с другой стороны, как еще показать всю правду жизни? То есть уперли там у меня рюкзак с вещами еще. Бензопила была. Коробки, все уперли. Может, еще найдем даже, кто упер. Как они на мангалы не позарились, чудом, наверное, не знаю. Может, чудом.